Учим ПДД со школьной скамьи. В Щелково прошел единый день профилактики дорожно-транспортного травматизма под лозунгом «Детям Подмосковья. Безопасность на дорогах». Инспекторы ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Щелковская», сотрудники 4-й роты 2-го полка ДПС «Южный» и автошколы «Орлан» провели комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети». О безопасности на дорогах в игровой форме беседовали с учениками начальных классов в Большом зале кинотеатра «5 звезд». Ребятам из щелковских школ напомнили правила дорожного движения. В конце мероприятия на большом экране кинотеатра показали мультфильм. Перед началом учебного года необходимо детям, да, они вернулись с каникул, они забыли, что такое порядок, что такое дисциплина. Наша задача напомнить им о правилах дорожного движения, что существует определенный порядок, необходимо его соблюдать. Профилактические мероприятия в целях сокращения количества ДТП с участием несовершеннолетних будут проводиться и с родителями учеников. Беседы на родительских собраниях, памятки должны способствовать обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. Мероприятие продолжилось автопробегом по улицам города Щелково. Родители и дети также получили буклет с правилами поведения на дорогах. В течение учебного года безопасность на трассах будет находиться под особым контролем. Около каждого учебного заведения будет стоять инспектор и помогать детям переходить дорогу.